Пане Романе, Путіну доведеться за декілька тижнів передати війська з фронту для захисту кордонів, якщо операція з прориву кордону російськими добровольцями і надалі триватиме такими темпами. Про це нас переконує заступник командира Легіону Свободи Росії. Тут, на вашу думку, от, взагалі, чи поділяєте от ви те, що сказав Легіоні Свободи Росії, з військової точки зору? І питання ще одне до вас. Яка кінцева мета такого рейду? Та чи слід, можливо, очікувати створення на тих захоплених територіях окремої, можливої держави всередині Росії? Ну, этого не нужно. Дело в том, что уже есть государство, которое захватило свое имя Российская империя. Это 21 республика. Практически готовые государства, как раз представители этих более двух десятков республик, есть как раз в этих национальных батальонах. И конечная задача, именно их задача, это получение суверенитета из-под гнета Российской империи. То есть суверенитета своих республик, начиная от Якутии и заканчивая Ичкерией. Там, еще раз повторюсь, больше двух десятков национальностей. Это как минимум в этих национальных батальонах. А это части тех национальных армий, которые и приведут, в принципе, к этим суверенитетам. Но это стратегическая задача, я бы так сказал, где-то на десятилетия, не меньше. Лет 10 Российская империя будет распадаться. Естественно, это будут одни из основных сил, которые будут разрывать Российскую империю изнутри. А вот та задача оперативная, которая сейчас стоит перед нацбатами, это вот с военной точки зрения оттянуть часть сил российской армии с фронта украинского, то есть ну, примерно надо пару корпусов, это как минимум россиянам снимать, это несколько десятков тысяч террористов российских, снимать с линии фронта, уменьшать плотность войск российских. Это значит, нам будет своеобразное такое уменьшение боевого соприкосновения, давление россиян, то есть будет чуть проще, если не уйдут в Белгород и в Курскую, а может быть и в Брянскую области, и растянуть фронт. Это одна из задач военных. Но это наша задача, то есть с точки зрения наших вооруженных сил. Почему, в принципе, и Главное управление разведки взяло шефство над и помогает непосредственно выполнению уже задач этих нацбатов. А у национальных батальонов есть задачи создания плацдармов, тактических плацдармов на данный момент. Раз это рейдово, вы правильно сказали, это рейд, это рейдовая атака, это значит, зашли, выполнили боевую задачу и отошли. В этом и есть рейд. Хотя, если россияне не выполнят переброску корпусов вдоль линии границы, то этот рейд может перерасти уже в операцию, причем операцию по освобождению. Вот представьте, начало освобождения Якутии с Белгорода, то есть еще 7 тысяч километров придется протопать. Или Северного Кавказа, той же Ингушетии, Ичкерии, Дагестана, с Теткина, с Курской области. Это тоже сколько еще надо будет протопать. Но еще раз повторюсь, это задачи где-то на десятилетие, примерно, если о стратегии говорить. Ну а тактику мы видим. Вот тактика это будет напрямую зависеть от действий российской армии. Пане Романе, ви частково згадали те, що Головне управління розвідки Міноборони України допомагає російським добровольчим формуванням, які зараз ведуть бойові дії на території країни-агресорки Росії. Про це і зазначив речник ГУРМО України Андрій Юсов. Але якщо уточнювати, у чому може полягати ця допомога, на вашу думку? І тут, якщо говорити в загальному, звісно, без викриття якихось деталей та секретів в даному випадку. Ну, если помогает Главное управление разведки, оно действует в рамках своих полномочий. А Главное управление разведки действует за территорией неоккупированной Украины. То есть у него задача работа на оккупированной территории с противником, и на территории противника в том числе, и вообще на территории, вернее, за территорией, за пределами Украины. То есть начиная от Африки и заканчивая Антарктидой. Уж точно в России, то это уж точно, потому так как это для нас вражеская страна. Потому весь спектр военной поддержки, начиная от информационной, заканчивая военной поддержкой, оказывает Главное управление разведки, еще раз повторюсь, в рамках своих данных законодательством Украины полномочий.
Потому здесь можно не только догадываться, просто весь спектр военной поддержки всех уровней. Сейчас мы слышим спикеров, допустим, от Главного управления разведки, очень хорошо информацию подает Юзов, естественно, начальник Главного управления разведки, генерал Буданов. То есть вот эти два спикера ГУРа, они дают непосредственно информацию с поля боя, и она уже, так сказать, отфильтрована для подачи в информационное поле. Потому можно однозначно ею пользоваться и для распространения, в том числе и для понимания процессов дальнейших боевых действий. Потому ГУР выполняет свою непосредственную задачу на территории противника. От якраз про військову підтримку і поговоримо, бо маємо позитивні сигнали від конгресменів про те, що ми отримаємо Атакамс і зруйнуємо міст, який з'єднує Крим та Росію. Про це сказав сенатор Лінсі Грем в Києві, коли був. Наскільки, от на вашу думку, це все-таки позитивний сигнал для нас? Бо з одного боку Сполучені Штати нам не можуть передати снаряди для артилерії, а з іншого боку говорять про Атакамси. Вот когда нам что-то говорят, ну и мы будем говорить, ну спасибо большое за то, что нам сказали. А вот очень большое спасибо скажем только тогда, когда они к нам придут. А потому, ну да, риторика хорошо, так сказать, готовность, вернее не готовность, а некоторые месседжи, связанные с готовностью, это тоже хорошо. Ну мы можем только сказать, да, это хорошо. Но реально нам, то есть будем благодарны только тогда, когда передадутся атакамсы. Мы за атакамсы сколько слушаем? Полгода, уже более чем полугода. Нам передали атакамсы несколько десятков, на посмотреть называется, как они себя покажут. Очень хорошо они себя показали, 100-мильные. Отминусовали больше 20 вертолетов, и нам перестали давать эти атакамсы, потому что они очень хорошо себя показали. Потому сейчас риторика, ну, мы слышим ее, есть положительная, есть отрицательная, атакамцев нет. То есть от того, что приехал Грэм и сказал, что мы вам когда-то там что-то дадим, ну, это хорошо. Еще раз повторюсь, придут атакамцы, мы это сразу увидим. Причем по дальности будет заметно. Либо они будут работать до дальности там 150 километров, это значит 100-мильные 39-е, либо сразу перевернут вверх тормашками Керченский мост. Это значит, будет М-39А1 или такой же дальности 300-километровой какая-то другая ракета типа «Атакамс». У Німеччині розпочалася 20-та зустріч Рамштайну. На яке озброєння варто очікувати Україні? І які пріоритетні теми цього ювілейного засідання? Дело в том, что американцы нам не передали, то есть не приняли решение на 60 миллиардов, мы не получили ленд-лиз, мы не получили по программе, вернее, по программе PDI получили только 300 миллионов, а не 4,2 миллиарда. По программе USA там 7,9 миллиардов мы не получили ничего. Нам по программе ЭДА при передаче излишков мы также ничего не получили. По программе выделения кредитов военных беспроцентных 126 миллионов, все. А это уже все расписано, потому, честно сказать, непонятно пока, что они будут решать на Рамштайне, то есть пока не с чего решать. Скорее всего, Рамштайн сейчас будет проведен такого технического уровня, в основном подтянуть хвосты, то есть те проплаченные в основном в прошлом году некоторые программы, они сейчас выходят, мы получаем вооружение, допустим, даже тоже американские. Это еще из прошлогодних проплаченных программ. Еще будем получать где-то до мая. Она там некоторая, по крайней мере. У нас есть потребность сейчас такая основная. Это боеприпасы, вот те же страны, начиная от Чехии и заканчивая той же Францией, нам помогают, мы это видим. Скорее всего, тоже, может быть, некоторые моменты. Плюс ракеты, то есть зенитно-ракетным комплексом. Сейчас идет расход ракет, это всем понятно. То есть восстановление тех складских запасов, которые должны быть хотя бы НЗ, неприкосновенный запас. А от чеська ініціатива закупівлі 800 тисяч артилерійських снарядів для України включає постачальники в всьому світі. Зокрема, і країни-союзниці Росії. Тут наскільки Чехію нині можна вважати успішним військовим кейсом та хабом з вирішення от снарядової кризи в Україні? Та які б ще країни в теорії могли б використати цей кейс?
Ну, вряд ли это будет именно союзников. То есть, если тут по понятиям четко поставить, у союзников у России всего лишь 4 страны. Союзников в прямом смысле этого слова. Это оккупационный режим Лукашенко, это ближайший, так сказать, союзник. Это Северная Корея, еще один ближайший союзник. Это Китай, один из основных ближайших союзников, который уже практически вошел в тело России. Мы это уже видим прекрасно. Сибирь и Дальний Восток. И это Иран. То есть вот это союзники. Вот у них ничего никто не возьмет. Однозначно, что никто ничего не даст. Потому я бы не говорил, что это у союзников. Есть страны, которые, ну, как молоко из коровы доят Россию. То есть они доят Россию по разным направлениям. В основном это углеводородное направление, в некоторых случаях в той же и вооружение в том числе. Но в основном углеводородка. Это начиная от Индии и заканчивая, наверное, Южной Америкой, то есть странами Южной Америки. Их много, десятки стран, которые просто кормятся с российского стола, по крайней мере, кто крохи подбирает, кто серьезно сидит и наворачивает, вот, допустим, как Индия. Но, тем не менее, они могут работать в том числе и на внешние другие, в отличие от России, направление, потому если правильно собрана логистическая цепочка, несколько прокладок, то по большому счету мы можем закупиться и в этих странах в том числе. Вопрос, почему это до сих пор не делает наше Министерство обороны. Получается, у генерала Павла, у президента Чехии, а не получается у нашего Министерства обороны. То есть это как раз в основном задача-то была нашего ИМО и самого министра, да и Кабмина в том числе. Потому раз у Павла получилось, у нашего Министерства обороны не получилось, значит, не дорабатывают, либо профнепригодные, это как минимум. Кейс хороший, 800 тысяч снарядов, которые, можно сказать, уже едут. То есть и еще 700 тысяч снарядов, которые, в принципе, после этих 800 могут также приехать в этом году. То есть общий кейс где-то в 1,5 миллиона снарядов, которые это мы получим только со стран, которые в свое время либо имели, либо производили старое советское вооружение. Это 152-122 снаряды, 82-120 мины и плюс некоторое вооружение, которое производит уже 155-й калибр под натовский стандарт. Данія, ймовірно, стане першою країною, яка передасть Україні винищувачі F-16. Про це в ексклюзивному коментарі 24-му каналу заявив міністр закордонних справ Данії. На вашу думку, перші винищувачі F-16 все-таки для української протиповітряної оборони будуть, чи це може бути інше призначення на початках? Ну, діло в тому, що поки воздушными силами руководит РТВшник, ЗРКшник, ЗРВшник, как угодно это сказать, не летчик. Пока они точно будут использоваться, особенно в малых количествах, они будут использоваться в качестве ПВО, то есть летающего НАСАМСа, я бы так сказал. Почему? Потому что и в НАСАМСе, и на F-16 основной тип ракет — это AM-120. И там одна и та же ракета. Потому, а так как командующий воздушными силами не летчик, он, естественно, у него психология, ну тут просто подготовка. Здесь дело не в личностях ни в коем случае, а дело именно в подготовке к выполнению боевых задач. Летчика-истребителя готовят нападать. То есть это военнослужащий с серьезной подготовкой, у которого психология нападения. То есть большие скорости полета — это сверхзвуковые скорости, это серьезная подготовка. Он сразу и РТВшник, потому что радиотехнические войска, потому что находится на борту локатор. Он и ЗРВшник, зенитно-ракетные войска, потому что на борту находятся ракеты. Он сразу в одном лице, летчик-истребитель, в одном лице и летчик, и радист, и техник, механик, инженер, и штурман, ну, естественно, и бомбардировщик, и штурмовик, и перехватчик, и истребитель. Это все в одном лице. Так вот, и это психология нападения, то есть атак.
атак, так называемых. А у сухопутчика, у РТВшника или ЗРВшника, у радиотехнических войск или зенитно-ракетных войск, ПВО — это противовоздушная оборона, у него психология оборонительная. Он наступать не может, его не учили никогда наступать. Почему? Потому что это учится буквально с первых годов обучения в училище. Поэтому я вот постоянно об этом говорю, лет последние 20, это точно, о том, что воздушные войска, если будет возглавлять летчик-истребитель, это очень важно, летчик-истребитель, даже не бомбардировщик и не штурмовик, а именно летчик-истребитель, у него будет наступательная психология. Естественно, все эти войска будут наступать, и тогда F-16 будут выполнять задачу наступательную, то есть завоевание превосходства в воздухе. Если останется у нас руководить ПВОшник, то у нас будет оборонительная психология. Значит, самолеты будут использоваться в основном в режиме противовоздушной обороны. Это, ну, мягко скажем, неправильное и неграмотное использование истребительной наступательной авиации. От де точно нам допоможуть F-16, так це на фронтах, бо от, наприклад, маємо інформацію про те, що 3,5 тисячі авіабомб скинули рашисти на наші позиції лише за 3 місяці цього року на Сумщині. Про це каже заступник міністра оборони Гаврилюк. Одночас нас тут заспокоюють, ризиків прориву кордону з боку Сум армії Росії немає. То яка зараз мета Росії на Сумщині? Це, аби нам не дати створити лінії оборони на цьому відтінку, чи щось інше можливо? Скоріше всього, росіяни, іспугавшись наступальних дій батальйонів Нацбатів під управлінням Головного управління розвідки на Білгородщині, зараз, а це Харківська область в основному, сейчас пытаются дуть на молоко, дуть на воду, так сказать, обжечь на молоке. То есть пытаются обезопасить направление на Москву, а именно вот Сумская область, это как раз она в основном граничит с Брянской и частью там Курской области, но это направление на Москву. И вот они пытаются обезопасить это направление. Они сейчас прорабатывают линию фронта. В свое время там были отстроены определенные фортификационные сооружения, и они, предвосхищая дальнейшее развитие таких же событий, как на Белгородщине, они сейчас пытаются обезопасить как раз это направление. Почему и там очень большое количество авиабомб сейчас? Потому что дальние средства поражения, у них ничего практически не развернуто. У них кроме авиации больше там, на этом направлении, практически ничего нет. Ракеты и авиация, опять же, либо это ракеты наземного пуска типа «Искандеров» или С-300, либо это авиационные ракеты, а это мы прекрасно видим, либо авиабомбы планирующие, либо ракеты в основном Х-59 и Х-31. Вот они пытаются Сумщину сейчас на определенную глубину обезопасить, именно вот подготовка, вернее, не подготовка, а направление нейтрализует направление на Москву. Тим часом Москва вирішила встановити систему протиповітряної оборони біля нафтогазових об'єктів. Про це повідомляє видання The Guardian. Чи вистачить у Росії таких систем? Та чи допоможуть протиповітряна оборона, те, що вони намагаються встановити, чи допоможуть вони їм захистити ці об'єкти від дронових постійних атак? Ну, непонятно, как они будут устанавливать. Во-первых, около 100 НПЗ. Ну, если считать средние, ну, более-менее видные НПЗ. Около 100 у россиян. Ну, где они возьмут 100 панцирей вот, лишних? Ну, их просто не существует. Даже сам по себе панцирь, ну, это ну, 12 ракет. Если отправите 40 беспилотников, то 12 они собьют. А оставшиеся десятки накроют НПЗ. Да, по НПЗ вывести из строя нефтеперерабатывающий завод, если знаешь, куда попасть, да хватит 2 беспилотников. Даже одного с серьезной начинкой, а реально 2. То есть один скрывает емкость, а второй ее поджигает. Там же все горит, там практически НПЗ, это большая зажигалка. Там только поднеси спичку, называется, или чиркни каким-то камнем. То есть вот примерно так. Потому это невыполнимая задача. НПЗ однозначно будут уничтожены. То есть, так сказать, обстоятельства непреодолимой силы. А вот нельзя прикрыть НПЗ большое количество с помощью
в системы ПВО. Ну, максимум они, вот сколько они собрали, допустим, по многоэшелонированных систем. В районе Керченского моста, в районе Сочей российских, там где-то Путин иногда приезжает загорать, и где-то под Москвой. Все. То есть три точки такие, ну, эшелонированная оборона. Все остальное практически открыто. То есть достаточное количество беспилотников, несколько десятков однозначно пройдут. И механизма прикрытия НПЗ российских нет. В этом году, я думаю, западная часть России, то есть до Урала, по крайней мере, будет прорежена. Больше половины НПЗ будет уничтожена службой безопасности. В основном это так называемые станции Малюка. То есть он взялся, это как раз вот уже в пределах полномочий этой спецслужбы. То есть у нас главное управление разведки занимается чисто военными объектами, мы это уже видим прекрасно. Уничтожение аэродромов, баз военных и так далее и тому подобное. Разворачивание и сопровождение той же освободительной борьбы национальных батальонов армии Республик России. И АСБУ занимается как раз вот этой деятельностью по уничтожению экономической составляющей России. Это НПЗ, естественно, вся углеводородка. Ну и тут накладывается и военная задача уничтожения механизмов производства топлива для российской армии. Это дизеля и авиаційного керосину. Лідер Китаю їде до Франції, щоб переконати Європу запросити Росію на мирну конференцію по Україні. От буквально одним-двома реченнями, пане Романе, що готує Китай? Ну, однозначно, вони намагаються заморозити бойові дії, що вигідно росіянам. І Путін рветься к Сі Цзіньпіню, а Сі Цзіньпінь рветься к Макрону. Будуть готувати механізми, як затягнути Россию на за стол переговоров и попытаться заморозить конфликт, то есть заморозить боевые действия. Нам это невыгодно, нам нельзя даже ни на секунду останавливаться. Россияне на данный момент мощнее нас, и каждая секунда, которую мы даем россиянам как-то переформатироваться или воспроизвестись за счет своей площади и мощности, она умножается в несколько раз, как минимум 10. Пане Романе, як завжди, ми дякуємо вам за цю змістовну розмову. Дякую за вашу аналітику, дякую за чіткі відповіді. Нагадаю, Роман Світанов, льотчик-інструктор та полковник запасу української армії, відповідав на найголовніші питання сьогодні. А з вами був Владислав Соловєв, Ольга Білань. Ставте цьому відео лайк, напишіть під ним коментар, обов'язково підпишіться на наш YouTube-канал та побачимось в ефірі на 24-му.